Народ, здорово! На прошлом стриме мы играли на турнире от ребят из X-Ro. Матчей было немного, потому что мы играли лишь до стадии топ-8. Стадия топ-8 будет уже на другой день. И здесь я собрал, во-первых, самые лучшие матчи, которые были на этом турнире, а также, разумеется, свои матчи. Как всегда, я оставил ссылочку на полную запись в описании. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и приятного просмотра. Обновить. Да, поменяли, друзья. Блин, забудьте все, что я сказал. Ну, я как остался топ-сид, я так и остался. Да, это не поменялось. Но сеточка действительно поменялась. Теперь у меня... Ага, теперь у меня Ален Кит или некто. Мои потенциальные конкуренты в проход в топ-8. Ален Кит игрок за коллектора. Наш подписчик играет очень неплохо. Он... Ален Кит недавно занял первое место на турнире в Москве и взял тогда Xbox Series X. Там он обыграл вроде как игроков типа Михака и Дедлофа. Ну, признаемся честно, турнир, который тот был, и он совсем... можно его не считать, потому что там падали прожекторы и прочее, большая задержка. Но то, что Ален Кит справился в таких условиях и занял первое место, это о чем-то договорит. Он умеет играть. Некто... Игрок за разных персонажей. У него и Скарлет, и Шансунг, насколько я знаю, да? В общем, персонажи есть, и некто Ален Кит, один из них должен выходить ко мне. Ну и, конечно же, я не убираю со счетов Нелкайнда с КТ под наркоте, потому что... да, я знаю Нелкайнда, он давний наш подписчик, и интересно его увидеть здесь. Но, конечно... Если это до 3 побед, то им достаточно сложно будет адаптироваться. В целом, я знаю, как они играют, ну, именно, как они играют за персонажей, за которых играют. Почему не стримил вчерашний бой СНГ Европы? Очень драматично. А мне нельзя было, Лиза, там же Вера стримила и Хитман, ну... Во-первых, я был еще и аналитиком, я вообще это дело никак не мог стримить, Лиза. Ну да, вчера было СНГ против Европы, и наши ребята из СНГ проиграли. Что я удивился, конечно, капец. Это прям даже, знаете, ну, странно, что они проиграли. Ну там бы у нас в составе был Хитман, Домастир и Дезартед. Я был прям уверен, это будет легко для наших. Но нет, не справились они с Лоу-Коридором, Макараном и Кейтопом. Ну, на Крополях, да, на Крополях, ну, признаемся честно, СНГ были фаворитами, наши игроки классом сильнее, но все бывает. Блин, и Скулман в моей части сетки, с концом, ой-ой-ой, жесть. Я шокирован, что наши проиграли. Я не шокирован. Я не сильно удивлен, на самом деле, потому что, ну, у наших игроков немного не хватает стабильности, вот это то вот. Пока чего не хватает. Вот игрокам типа Скулмана, Дизарта, да. Они могут выигрывать, очень сильно играть отрезками, но могут проиграть кому угодно. Вот что, конечно... Короче, они как этот... Ну как, футбольная команда. Могут выиграть кого угодно, проиграть кому угодно. Короче, они как Нави, ладно? Тоже выигрывает кого угодно, проиграет кому угодно. Так, Харвон Мухтар будет. Ой-ой-ой, как я хочу посмотреть Харвона против Скулмана. Конец, кстати, будет со Скулманом. Или... О, вау, вот это... Что это за часть сетки? Чего она такая жесткая? Предыдущая сетка была лучше. Это жесть. Смотрите, в верхней части сетки здесь я, Скулман, конец. Лихидзе, это сильно. Вот первая часть сетки очень сильная. Давай вторую посмотрим. Дэниел, Алан Крейн, СМК, Позессив. Ну да, нижняя гораздо скромнее, друзья. Не знаю. Три, по мне так, три фаворита турнира, да? Они находятся в верхней части сетки, в одной части. Это Скулман, конец, ну и я, вот. Втроем находимся в одной части. Это значит, что двое из нас, из троих фаворитов, упадут в лузера, что... Немного не... Надо было одного фаворита хотя бы вниз. Это... Лично мое мнение. Ну ладно. Как получилось, так получилось. Не так плохо, на самом деле. Тем более топ-сид у нас все еще под контролем. Палки. Все, погнали. Скулман против Харвона. Ой, запасайтесь попкорном. Сейчас будет реально жесть.
Это пипец сейчас будет. Все, я готов, я готов, я настроен. Стихи от Йобаха, он сегодня в хорошем настроении. Пипец. Скома написал, что не проиграет. Не, в этот раз получилось, там только с компа можно записать. Я прям записал, да? И сейчас прослушаем, Марк. Там только с компа можно записать. Спасибо большое. Итак, погнали. Итак, Харвон, делать пока что по классике. Подожди, сейчас начнется, сейчас. B32 апперкот там уже летел, я слышал, подождите. Илья, привет. Все, смотрим, все смотрим, Марк. Спасибо большое еще раз. Каждый раз, когда играешь против Харвона, ты должен тысячу раз подумать перед тем, как сделать бросок. Согласна, абсолютно. Так, B343. А! Все нормально? Делает отмену, вскрывает и конфермит. Ой, какая. Харвон не брейкает. Есть вейкап, ну. Блин, за конфер. Слушайте. Добивает. Давайте по чесноку. Харвон неплохо сыграл этот раунд. Если не учесть тот странный апперкот в B32 Джокера, то нормально. Опа, все, Скулман. Пошел, пошел! Наказывает. Давай, Скулман, учит в школе, учит в школе. Коробочки кидать. Оп, хорош. Оверхед, конечно, это панишится. Конечно, тут панишится. Ага. И еще одна камбулинка. 320. Ой-ой-ой-ой-ой, перекат, апперкот. Угу. Нормально. С кубом такой лох. Думаешь, Дубас? Не менее. Ой, Джокер, не была б я на твоем месте такой довольной. Посмотрим, пока Харвон не свинеет, как бы Дубасик сказал. Да, это только начало. Ага. Ошибается Скулман и чистый блок. КБ. Да, хороший блок. А вот сейчас мог на КБ выйти Скулман, но... А может Джейд наказывать нитрокиком вот коробочку, которая попала в упор? Интересно. Потому что Джеки может дэшпанчем. И Люк как может флайн-киком. Вау, ну это жесть! Окей, wake up. Почему бы и нет? Ой, а сейчас максимально опасный момент, потому что есть территория ФБ, и сейчас главное просто на это ФБ не попасться. А Карвон прессит, смотри, как прессит. Не забей в паниш! Куда это паниш? Вау, Джейд умеет это наказывать? Я не знал. Подожди, он четко сделал B2 в эту блок. Нет, останется немного нет, жизни. Нет. Чуть-чуть живет. Скулман сейчас походу проиграет? Подожди, подожди. Ну и сейчас. Еще не конец. У Скулмана 2 метра есть. Защитных. Да, сейчас нужно быть. Это два последних вздоха. Аккуратным. И просто дедвашки. Просто дедва, боже мой. Просто потрясающе. О боже. Недолго музыка играла. Минимум 1-0, да? 1-0. Недолго музыка играла, ой, ребята. Супер клатч. Да, на самом деле это было предсказуемо, то, что сейчас... Извиняюсь. Ой, боже мой. Соответственно... Потрачено, да. Есть КБ на бросок. С комом пишет в чате, слов нет. Слов нет. Он сделает бросок. Ой, блин. Ну, ладно, давайте сочтем, что это был рид. То есть он прочитал, типа. Отличные миды. То есть, не сказать по Соню, но... Давай на ставки. Давайте ставки, друзья. Сделайте ставки. Харвон или Скулман. Кто кого выиграет. Я думаю, справедливо сейчас сделать, когда счет 1-0. Потому что Скулман так-то фаворит, но он проигрывает 1-0. Поэтому будет интересно. Но суть в том, что он мог дать... Да не рит это? Мне тоже кажется, что это не рит. Он просто долбанул D2, когда увидел отмены, и все. То есть, сделал бы Скулман там вперед 1-4, он бы умер. Тут можно было перебить. Но опять-таки не факт. Не тебе факт. Еще играть, да, я знаю. Да, это просто жесть. Ну, тем не менее, у нас 1-0 в пользу Харвона. И да. Скулман должен адаптироваться под эти D2. Отлично. Так, хорошо. Хорошо, да. Сейчас просто. So... Ставлю на Скулмана. Марк единственный, кто реально деньги ставит на Скулмана. Спасибо, Марк, большое. Прессинг. Да. Ну посмотрим. Я тоже думаю, что Скулман все-таки справится. Это был наказан, конечно. Просто будет потно. Довольный такой. Жесть. Посмотрим, чем ответит Хорван. Так, снова рискует. Ой, это есть. Пускайте да, скачки, есть плиз.
Ай-яй-яй. Скачек нету. Ну, я не умею это делать, а модераторы, видимо, тоже. Как же Склун ест эти вейкапы? Да, но он немного дропнул комбу, но тем не менее... Такс. Хорошо, коробочка и еще одна. Все, пошел Скулман Экспресс. Оп, хорошо. Нет, не читает Харвону. И все, это спидран. Прям очень быстро. Это все? Да, это все, это все. Конечно, это все, это все. Это все. Конечно. 1-1. Ну да, здесь Скулман сдул. Прямо... Вот так. Реабилитировался такое впечатление за предыдущее поражение. Ну да, предыдущее поражение. Это 1-1. Это чок был. Не кажется ли у них лагает? Да. Не знаю. Возможно, мы же не можем знать. Мы не в игре. Хорван просто интригу создает. Ничего, КБ на D2 откатилось у Харвана. КДшечка, да? Да, есть такое. У Джокера столько урона, он все перебьет. Да, конечно. 3-1 Скулман будет. Думаешь, Владимир Ди? Давай, активируй некросов. Вот Скулман проснулся, да. Это Скулман Экспресс, только не то, о чем мы подумали, я же говорил. Да-да-да, Скулман Экспресс, пошел. Это Скулман Экспресс, только не то... Смотри, Скулман пропадает, смотрите, исчезает. Нет, Скулман, не исчезай, дружище. Ты не должен получать дамаг, а только наносить. Вроде силуэт остался. Просто, ну да. Просто наноси дамаг, и все. Что-то происходит у них с игрой. 10, я багов много. Спасибо большое, Марк, да. Сложнее, потому что Скулман знают, Экспресс. Красные кнопки, это кнопка блока, Скулман и в Экспресс. Случае чего кнопку вниз. И блок. Поэтому тут как вперед. Никак. Ой, это можно было наказывать. Скулман мог бы наказать, промахнувшийся назад 2. Тут можно посидеть. Скулман доделал уроки и начал играть своими руками. Не лезет Харон. Да, это ладно, неудачно, подождите. Подожди. Пытался влезть сейчас. Такс. И не треки. Оп, хорош. Интересно? Нет, пытается прыгнуть. И Скулман стола в угол. Говорит, куда, родной? Да, ты здесь будешь со мной в углу. Поэтому... И Скулман, кстати, не дает на себе D2 сделать. Видите, он прямо как... Не позволяет. Хотела F2 сделать, но увы. Так, мисс инпуты у Харвона. Явно он Перри не хотел сейчас делать. Мне кажется, это мисс клик. Хорван, мне кажется, просто думал, то, что будет активно. Ладно, подожди. Может быть, да. О, вау, и опять мисс клик. Ну что такое? Мисс ин... Ой, боже. Пошла. Ой. Все, жара пошла. Вот это игра. Блин, это жесть. Такс. Так, как хорошо сейчас ловится. Оп, хорош. Вот это красиво было. Вейкап, нитрокик и еще один. Нитрокики пошли в ход, это, конечно. Вот опять этот интеракт. Где паниш? Там должна D1 влетать у Скумана. Там маленький минус. Почему он не успел? На! Так, ну есть. Так, окей. Да, КБ зарядили ему. Снова напрыгай ногой на вставании, и у Скулмана проблемы. Лютые проблемы. Так, ошибка от Харвона. Но не добивает, еще есть шанс. Не добивает. У Джейд забрали. Что ты делаешь? Ой, что это такое? Что это такое? Все, это все, это все. Почему не прожал ФБ? О, что-то пытался прожать. Я не понимаю, что. Очень Скулман отыграл так. Наверное, нитрокик или что-то еще. Перетерпел, так сказать, все нападки. Да, он назад вперед, но он пытался нитрокик нажать. Друг на друга, получает захват Скулман. Думал, еще ноги будут, но нет. Так. Так. Передача хода. Опять стриптизерша в блок. Это нормально. Да, это нормально. Есть бросок. А опять этот чертик. Опять этот черт в моторе. На! О, хорош! Хорош! Скулман! Молодец! Просто D2 гейминг. Так, D4. Но D4 у Джокера на самом деле очень противная. Скулман сейчас дал понять, типа, против меня апперкоты делать не надо. Уборщик Эдбуна, спасибо. Ой, какой брейк-эвэй сейчас. Спасибо, без сообщения. Классный. И да, хорош.
Вот дает. 2-1 же? Да, ну Скулман, признаюсь честно, он прямо его переиграл. Ой, подождите. Пару голосовых сообщений отправили, действительно. Давайте послушаем. Уборщик Эда Буна. Некрас рулит. По-любому. Он лучший в МК. 11. Да, Некрас рулит по-любому. И Марк, Марк, что говорит Марк? А знаете, где я мечтаю жить? А? Я мечтаю жить там, где моя семья. Было адаптироваться под геймплей Харвона. Но, тем не менее, преимущество минимальное, то есть в один матч, то есть если Харвон сейчас возьмет, то будет уже моральное преимущество именно у Харвона. Да, да, ну, а да. Ну, Скулману остается только дожать и взять победу в этом матче. Ну, тут опять... Ладно, продолжаем смотреть. Чтобы там... Продолжаем. ...нарно вскрыть, нанести дамаг, да? Все вот еще близко. Разводки. Your soul is mine. Ахахахаха, да? За семью. За семью, друзья. Я буду жить там, где моя семья. А говорю, моя соль. Не вышел у да. Но я же кринжмен, я король кринжа. Так что нормально. Подходит и присаживается Скулман. Да, да, снова да. Байт. Ой, как КБ сейчас залетает. Уборщик Эда Буна, это есть сам Некрас. Некрас самый крутой, согласен. Снимает Корван. Так, нет паники. Ага. Выжидает. Хорош. Блин, ну кто бы мог подумать, что Скулман будет на равных играть с Харвоном? На! О, хорош! Просто жесть! Что? Как такое возможно? Биба и Боба! Биба и Боба, просто жесть! Смотрите на гардикап, 1.0. Я умываю руки, друзья, это... Mortal Kombat 11 во всей красе, на! Боже, что происходит? У Харвона кнопка залипла, посмотрите, он не стоит вообще. Ух, ребята, что это понятно? Your soul is mine. Скулман потихоньку уравнивает положение. Он опять дал это! Подожди. Аккуратничай. Тихо. Классно. Есть территория ФБ. Ой. Не докинул. Все-таки нарывается. Что? Там D4 было. Ну, вау. Здесь уже не было второго Fatal Blow. Да. Тактика Харвона предельно понятна. Он пытается демотивировать оппонента. Просто задизморалить его, чтобы он начал сливать. И мне нравится, что Скулман адаптируется, видите, дилей миды, как раз против апперкотов попадает. Джокер Скулмана прям разошелся, угу. Почувствовал вот это вот вкус победы и просто не боясь так. И опять прыгает. Разводить. Сжигает. Не, вот тут уже все. Реакция на Стайгера не слышал. До свидания. Убивает. Да. Все, убивает Скулман. Фаталка? Но стоит будет писать, фаталка, будет. Матч, конечно. Да, фаталочка. Нет, это не френдшип, друг мой, бабах. Да. Ну, понять можно было, это было жестко. Жесть. Это обманочка. Ну да, друзья, тут да. Скулман, да. Наш первый матч на сегодня — это КТ под наркоте. Я признаюсь честно, я не знаю, что это за игрок. Первый раз его вижу. Но он 83 уровня. Играет, значит, ну, достаточно давно. И у него Фуджин на аватарке. Итак, погнали. Ну, я буду пикать Шансунга, если никаких сюрпризов у него не будет.
Нет, Шансунга я здесь пикать не буду. Я возьму Нуб Сайбота. Да. Против Джокера я не беру Шансунга. Зачем? У меня есть Нуб Сайбот. Причем у меня Нуб Сайбот универсальный, я могу за Нуб Сайбота сыграть и после Джокера, после других персонажей. Итак, погнали. Первый бой. Вперед! За семью, как говорится. Ну да, видите, я 71 уровня, он 83-го. Но это ни о чем не говорит. Ее, контрпик. Да какой контрпик? Это 5-5. Камон, у Джокера нету контрпиков. Просто мне здесь удобнее будет. Потому что я не хочу играть почти 3-7 матчап. Хотя я могу в целом сыграть за Шансунга, но зачем? Если могу сразу взять нуба. И сделать правильней. Так профессиональней будет. Вперед. Да ладно. Я его не вижу, карта какая-то с... Арена сливается он с этой ареной. Я плохо его вижу. Или мне одному это кажется? У него костюм такой сливающийся с картой. Такс. Слайды и есть лайфлит. Реализуем его. Да, он каждый раз блокировал. В этот раз я захватываю. Ну и добить осталось. Ой, гилбаз. Спасибо большое. Гилбакс. Hello, hello. Lord Kratos, hello guys. Hello, we are playing in tournament. Короче, я не знаю. Спасибо большое, ребята. Блин, я мог наказать, я дурак. Я мог это наказать. Ну ладно. Casual tournament. А. Чебурон? Захватываем его апперкот, да. Да. Хороший срыв. И еще захват. Брейкэвэй у меня есть, я могу рисковать захватами. Не, не подойти, не подойти. Hello, Guildbox. Thank you very much for the host once again. Welcome. Так, 1-0. В нашу пользу. Меняет персонажа, да, меняет. Кого возьмет? Кстати, если возьмет даже Фуджина, Нуб Сайбот хорошо с Фуджином играет. Поэтому я могу и с Фуджином за нуба играть. Если он возьмет Фуджина. То есть у меня очень универсальный персонаж, который проигрывает только Герасу. Фуджин. Да, Фуджин. Окей. Нуб Сайбот нормально играет с Фуджином. За счет урона и длинных атак я могу останавливать контратаки Фуджина. Что, кстати, очень хорошо. Давайте попробуем. You are under arrest. Ну, это чисто в теории. Так-то я никогда не играл против Фуджина за нуба. Да, да, все работает. Ой-ой.
Уход не удался. Сокрушительный удар заряжен. Блин, мог бы телепорт дать на самом деле. Ай. Почти. Не дотянулся. Это смерть. Да ладно, а в смысле? Это по Фуджину она промахивается? Никогда она не промахивается. Ладно. И так сойдет. Ну блин, я что-то удивлен. Почему промахнулась-то? Только на канале Арон Кратос, не забываем. Хороший срыв, там был КБ. Птичка бэкдэш. Да ладно. Окей, ладно, тычки бэкдэш ждем. А то он их обузит. Угу. Я ждал, я знал, что будет тычка бэкдэш. Я сделал вперед 2-2, но все равно не дотянулся. Окей, Б3 буду пробовать. Блин, он так далеко бэкдэшится, что все равно даже вперед 2 не достает. Ладно, Б3 точно достанет. А, D4 просто буду делать. Проблемы. Блин, хорош. Есть! Честный урон. Ой! Ой, я чокнул. Я хотел сделать брейкэвэй, а он сделал фатал блоу. А там не сконнектилось, а я потом понял, что это не коннектится, и блок не поставил. В общем, запутался немного. Ё-моё. Ладно, здесь я ошибся, именно ошибся. Это нормально. Я на нубе останусь, потому что я делал ошибки, здесь дело не в персонаже. Пробуем еще раз. Хорошо. У меня не прожалось здесь, но ничего, ладно. Ага, не рвет парень захваты. Не рвет, не рвет. Этим можно пользоваться.
Все, уверенная победа. Ну да, я вам говорил, что немного надо по-другому сыграть, и все. Все будет нормально. Погнали. Думает. Ну, пускай думает. На Джокера он сменить уже не может. Ну, точнее, может, но смысла не вижу. Ну, хорошо парень играет. Ну, что-то умеет. Просто не рвет захваты. Посмотрим. Надо не расслабляться. Ну давай. Давай. Посмотрим, как он сыграет этот матчап. Такие чистые блоки, только на канале Анкрас. Не-не-не, друг мой, я знаю матчап, ты о чем? Микродак, хороший микродак. Да, и шимится. 1-0 по раундам, очень уверенно. И матчпоинт. Не, он неправильно этот матчап играет, вообще неправильно. Сам виноват, интернет не у меня плохой. Так, здесь поспешил. Сложно такое делать, дубасик? Сложно? И это все. 3-1. В 5-5 в матчапе. Окей. Спасибо большое за игру. КТ под наркоте. Кажется, он взял Шана как дань уважения, он просто сдался. Думаешь? Кажется, нет, он взял Шана не по этой причине. И он просто сдался. Он взял Шана, потому что хотел законтерпикать Шансунга, но Шансунг не контрпик Нубсайбату. Это контрпик Нубсайбату только для тех, кто матчап не знает. Да, это некомфортный матчап для нуба, но если игрок матчап знает, игрок за нуба матчап знает, там, ну, очень тяжело играется. Очень тяжело. Поэтому вот. Спасибо большое за игру. КТ под наркоте. Было приятно играть. Есть шляпа. Ну, хорошо. Дроп. И все. Он умер. Погиб. Комфортные сейчас влетят... Комфортные 373 с дропом влетают. И... Что, где конферма? Нет, конферма, да, от Позеста. Escape failed. Угу. Ну это все, да. Он проиграл. С комфортным счетом проиграл, кстати. Да, давайте подождем, когда Позест к нам зайдет, посмотрим, что он скажет. Как ему комфортно играется с Джеки. Топ-кадр Рейны? Посмотрите на ее стоп-кадр и посмотрите на стоп-кадр Витязя. Вот это отличает мужиков и женщин. Посмотрите. И девушек, извиняюсь. Посмотрите. Вот. Мужики, девушки. Чувствуете? Вот другой стоп-кадр. Вот другой. Посмотрите, Витязю по кайфу. Женя, все нормально, брат? Не, вот я говорю, вот всегда так, когда стоп-кадр
У нас, у мужиков, это вот всегда так. С Джеки комфортно играть, потому что знаешь, что умрешь и потеть не стоит. Марк Шакал! Марк Шакал! Блин, ну вот это я не додумался. Не, я, если бы даже додумался, я бы не назвал бы Марка Шакалом, но это просто... Марк Шакал. Спасибо большое, Марк. Это не я, если что. А, все понял. Марк, я думал, это ты прикалываешься. Это не я, если что. Кто посмел сказать плохое что-то про Марка? Марк, который написал, с Джеки некомфортно играть. Больше так не делай. Так. Изумрудного жреца я беру здесь. Да, будем через парки играть в этот раз. Давно не брали их. Погнали. Вперед. Bro, speak English sometimes. I can, but a lot of my viewers are speaking Russian only. But you always can ask something in English if you want to. Погнали. Первый матч, друзья. Второй матч уже, друзья. А его и не было, да. Второй матч против некто за выход в топ-8. Спасибо, Контура. Все, понял. Понял. Если мы выиграем сейчас, мы играем на следующий день. Никаких больше вечеринок. Погнали. Все. Ладно, ребята, закругляйтесь. Давайте. Больше вечеринок. Погнали. Давайте сосредоточимся. Я задонатил за тебя, Гекратос. Если сделаешь, сделаю. Погнали. Блин, я его не вижу тоже. Он, когда я его вверх подбрасываю, он черный. Ой, то есть я хотел сказать, ну его не видно. Так, ладно. Что с этими аренами, а? Все... Accept your death. Шангаланга динг донг. Спасибо большое. Шангаланга динг донг. Round 2. Fight. Чистый блок. Только на канале Арон Кратос такие чистые блоки. Один ноль. Фух. Шангаля-гандингдон, да, спасибо большое. Так, 1-0. Не расслабляться. Не расслабляться. Так. На некто поставил? А голосования же нету. Мы достаточно уверенно забираем первую игру. Но надо... Это потому, что мы смогли выиграть в первом бою, отобрать раунд, да? Он ошибся, зачем он сделал вот это плечо? Он проверяет мою реакцию, то есть вот этот перри. Я же знаю, что она хай, я просто присел без блока и все. Некто может выиграть, он может, да. Нет, он не может. Зачем он берет Шансунга? Это, кстати, один из моих самых наигранных матчапов. Mirror. Ну, давай посмотрим, если он играет правильно. О, некто, привет! Как дела, некто? Удачи тебе. Уже второй игрок берет Шансунга против нас. Интересно, интересно. Ну да, я вам говорил, некто играет за Шансунга. У него есть еще несколько персонажей, у него еще Скарлет есть. Но Скарлет он, наверное, не будет брать. Хашиуэ!
fight. Предсказуемо. Ну это все. Да, это все. Здесь ничего не сделать. Он мог, кстати, душу украсть. Единственный вариант. Но это, опять же, ничего бы особо не дало. Синерджи, дружище, спасибо. Синерджи, добро пожаловать, дружище. Спасибо еще раз, спасибо. Да. Ну, 2-0. Не, некто, надо менять, мне кажется. А хотя... Не, пацан, он может выиграть Mirror Шансунга, но надо правильнее сыграть, он немного неправильно сыграл. Ну, как он... Не так играется этот Mirror. Здесь кто подходит к Шансунгу, тот и выигрывает. Закон жизни Mirror Шансунгов. Шансунг. You are under arrest. Скарлет берет своего основного персонажа, последнего. Так. Он просто тебя расслабляет, чтобы потом так бахнуть. Хорошо. Давай. Как я и говорил, контрпикать Шана против Армана, контрпикать Шалкана против Микаэла, да? Как я и говорил, а те Шалка... Микаэл с Шалканами просто как семечки, да? Микаэла. Я верю, я верю. Микаэл хорошо знает Шалкана. Так, загрузки. Что такие долгие загрузки? Ждем, загрузка что-то долгая. Может, кто-то вылетел? А, вот, пошла, пошла. Хорошо. Ожидание противника. Некто игру свернул, что ли? Что случилось? Читы подрубают. Включил скрипты. Ну, давай, давай. А, вот. Телепорт. Ой-ой, хорош. Захват назад. Угу. Ошибка. Надо брейк сжигать, да. Опа. Неудачная контратака. Мне кто-то звонит. Зачем-то? Ладно, все нормально. Это вот эти скрипты подрубает некто. Зачем он мне звонит? Что он делает? Я немного не понимаю. Кого? Ah!
Я немного не понял. Некто. Что он пытался сделать? Не, я правда... Я только под конец понял, что что-то не то. Я вроде играю, что-то... И немного не понимаю идею его, да? Как будто он такое ощущение, он не знал, что делать вообще. Ну, такое ощущение. Ну ладно, может он мало наигрывал. Чё-то с импутом? Чё случилось, некто? У тебя джойстик там что-то барахлит? Your soul is mine. Привет! Привет, Соторкнра. Ну ладно, вот здесь хотя бы без оскорблений, Марк. Здесь вроде без оскорблений. Но все равно это странно. Опять коверкает имена. Спасибо большое, но... Не, правда, лучше не надо. Лучше не надо так делать. Все, мы в топ-8. Ну, признаюсь честно, я немного ожидал другое. Я как будто, знаете, ну, не знаю. Вот КТ хорошо, да, тут прям конкуренцию давал. Прям было интересно играть. Здесь снег-то что-то... Было ощущение, что он потерял. Ну, как будто не понимал, что сделать. Вот. Ребята, Скуман! Дорогой, это я, твой Скулмен. Слышь, я снова возьму Джокера, буду спамить грязью. Коробочки нон-стопом. Your soul is mine. Это не я был, если что. Я так и понял. Я понял, Марк. Я понял. Фидор кем играл? Джокер. Марк Мангал 2. Ну вот так можно. Марки заплотнили. Спасибо большое. Да. Марк Мангал. Так, Смида. Паниш, это, кстати, наказание было за что-то. А там будет смешно, если все это время окажется, что это реально был настоящий Марк, как в Скуби-Ду. По следам верблюда съел египетского блюда и вернулся сюда за 20 людей. Съел египетского Марк блюда. Шагал отсюда. Задонатить людям. Блин, Марк, ну здесь мои полномочия, все. Я не знаю, что сделать мне. Я не могу в Donation Alert банить людей и... Это нельзя, такой опции нет. Марк лагает. Марк лагает, МК-11. Неплохо, но Мангал круче, Мангал все-таки. Двоюродный братишка Мангала. Марк Бакал! Ладно, вот это тоже неплохо было, Марк Бакал. Да, вот он, топ-8 виндеров. Итак, в топ-8 выходит я. В топ-8 выходит Конец. В топ-8 выходит Дэниел. И в топ-8 выходит SMK. В итоге, завтра я буду играть с Концом, Дэниел будет играть с SMK, и внизу уже сетка лузеров, здесь Скуман выходит, выигрывает позиция, он тоже выходит в топ-8, ну и мы узнаем уже скоро трех игроков, кто выйдет через лузера. Ну, я предполагаю, это будет Крибл, вот здесь я не знаю, возможно, Лехидзе, и здесь... Здесь тоже тяжело предсказать мне, на самом деле. Учитывая, как сегодня играл некто, я бы даже сказал, что Дэчел выйдет. Но мы узнаем уже завтра. Ладно, друзья. Скажу, сегодня мы участвовали на турнире и дошли до стадии топ-8. Следующая стадия, то есть стадия топ-8 будет не стримой. Я буду держать вас в курсе, потому что буду играть параллельно сразу несколько турниров. Мы увидимся уже совсем скоро. Хочу сказать огромнейшее спасибо, что оставались с нами. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, и мы увидимся уже совсем скоро. Осенние дни, не раскисайте. Всем удачи и пока-пока.